Привет, ребята! Обзор дешевой еды. Помидоры мятые, ну, относительно мятые, которые надо быстро есть. Чувствую, они испортятся через пару дней. 45 рублей, но вроде пробили как дороже. 48 рублей, надо следить очень внимательно. Киви отличные, 68 рублей. Вот я считаю, нормальная цена. Яблоки вот эти вот крупные, которые, так, как их отличить-то, вот мелкие, так, одни 45, а другие 30 рублей. Вот, если киви убрать. Киви прикольные такие, большие. Так. Вот, а вот эти яблоки. А, вот как бы мелкие. И вот это, по-моему, тот же самый сорт. Да. Они сладкие, более вкусные, чем вот эти вот. По 45, вот эти 30. Вот это за 30 яблоко лучше, чем за 45. Вкуснее. Это более... ненасыщенный вкус. Вот такой вот прикол. Это вкусненькое яблоко на пятерочку прям. Дешевое и вкусное, да. Бывает такое. Это тоже нормальное, но не такое сладкое, чуть кисловатое. Так, ну, в общем-то, все. Пока, ребята.